Здравствуйте. Девушки, добрый день. Господи, у нас вы так пугаете? А скажите, пожалуйста, кто автор произведения музыкального «Аве Мария»? Не знаю. Махунга! Здрасте. Мордасти, даже не поздоровайся. Ну, бывает такое. Какие-то дикие, пошли дикие люди. В нашей Россиёпе, правильно я говорю? Да. Как вас зовут? Меня зовут Василий. Василий, меня зовут Евгений. Очень приятно. Первый вопрос для вас, Василий. 92 разделить на 4. 23, наверное. Если не секрет, куда путь держите? Я жду знакомого, я турист. Откуда прибыли? Ну, сейчас с Москвы. А до этого? Ну, вообще с Сибири. В Москве? Я не москвич. Ну, ведь были же там. Ну, был, ну, не знаю, сколько лет, честно говоря. Ну, много. Что, сколько лет? В Москве. Были? Сейчас. А сколько лет в Москве? Я не знаю. Я тоже. Не об этом разговор. Я говорю, в Москве так себе, правда? Ну, как сказать, в Москве интереснее в плане того, что там больше чего-то такого глобального. Здесь красиво, здесь более душевные люди. А там, да? Глобализация, там получаем знания. Там знания? Да. Ну, это на мой выбор. Наверное. Я просто в Москве не был ни разу. Я приехал сюда просто вот посмотреть вот на красоту. Вот третий день путешествую по Петербургу. Погода поганая. Но это лучше, чем в Сибири минус 25. Все же сравнение познается. А в Сочи вроде тепло, а дожди. То есть лучше здесь, чем сейчас в Сочи или в Сибири. Согласны? Конечно. Толстый и тонкий. Три сестры. Кто автор? Не скажу. А вы скажите. Специально не будете говорить? Мы можем так сказать. Ну, я честно... Три-три! Нет, я понимаю. Вишневый сад. Чехов. Ошибся? Все верно. Dance. Фильм «Храброе сердце». Смотрели? Мел Гибсон. Даже не надо, как говорится, до конца озвучивать вопрос. Dance. Кстати, спонсор сегодняшней передачи – Решат. Решат сегодня рекламирует на нашем канале свой канал, где рассказывает про то, как он кушает различную еду. Да-да-да, именно так. Переходите по ссылочке в описании, буду ждать вас там. Такая у нас коллаба. Да. И стоит все это удовольствие? Не скажу. Мы все увидимся. Поехали. Упала шляпа, упала на пол, и ветром шляпу унесло. Хоть всюду слякоть, не надо плакать. Группа «На-на». Но было горе, было и прошло. И все переменится, родная. Все переменится, пойми. А жизнь хорошая такая, а ты улыбнись, обними. Пятый вопрос. Кто автор музыкального произведения «Аве Мария»? Не знаю. Вот честно. Я знаю произведение, но я не знаю. Аве Мария. Ну, кто автор, к сожалению? Давайте спросим у кого-нибудь. Поехали. Вот вам микрофон, спрашивайте. Здравствуйте. Девушки, добрый день. Господи, у нас вы так пугаете? А скажите, пожалуйста, кто автор произведения музыкального «Аве Мария»? Не знаю. Женщина, добрый день. А у нас к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто автор музыкального произведения «Аве Мария»? Не знаю. Девушка, здравствуйте, мы вас ждали. А у нас к вам один вопрос только всего. А кто автор музыкального произведения «Аве Мария»? Так их несколько. Как? Кто? Их же несколько, «Аве Мария» это. «Аве Мария». Не знаю. Кто автор музыкального произведения «Аве Мария»? Честно, не знаю. Извините. Хорошо. Ну, в Петербурге, наверное... Может быть, позвоним кому-нибудь?
А мне кажется, мужчина в красной куртке точно знает. Мужчина, я извиняюсь, один вопрос только всего. А кто произведение, а автор произведения, музыкального произведения Ава Мария? Понятно. Автор. Так, а мы что, гуглим? Да. Это вы вот так вот прям в наглую берете и гуглите? Вавилов Шуберт. Шуберт. Вавилов Шуберт. Жопа Верди. Пойдемте сюда. Можно вас сюда? Опера. Написано Жопа Верди. Ну, совесть у вас есть. Совесть есть. Ну как, я же из Москвы, а Москва у нас высокотехнологический город. То есть пришлось прибежать, так как знания наши нас подвели, пришлось прибежать все-таки к технологическим каким-то инструментам и воспользоваться интернетом. Логично. Мы вызываем на нашу площадку нашего спонсора, Решат. Решат. Итак, Решат. Поздравляю вас. Спасибо. Пищомечка настоящая. Вот, ребята, вот знаете, вот можно 5 секунд? Смотрите, я приехал в Петербург, мне бесплатно устроили экскурсии. То есть вот там в отчетах есть у меня в моем инстаграме. А вы вот сейчас вот просто вот на улице меня вот благословили 1000 рублей. Давайте инстаграм, пускай все знают вас, что у вас за инстаграм. Василий Малик. Просто вот. Просто водитель. Василий Малик? Да. Их там 3 миллиарда человек. Но меня все узнают. Хорошо. Все, Василий. До свидания. Это как, ну, это удивительно. А Решата обнять, все, ну что? Хорошего дня вам. А где? Гуляйте, а смотрите. Где можно поесть, а где деньги? Где поесть? Да. Я предлагаю вкусно поесть и недорого, но надо чесать просто. Щелкунчик. Это Октябрьская гостиница напротив вокзала московского. И там в подвальчике есть столовка, она недорогая и четкая. Я вчера был в это, на Ленс, как Литейный, Невский, пересечение, шаурма, шаверма, как у вас правильно говорится. Вот знаменитая. Ну что, понравилось? По поводу еды, по поводу всех вопросов, это кому, как вы думаете? Решату. Решату, конечно. Петербург, вот эти вот ребята, да. Задав несколько вопросов, подарили 1000 рублей. Решат, спонсор сегодняшней рубрики, готовит самую вкусную еду в городе Санкт-Петербург. Да. Ну что, мы лопасим концовочку. Итак, дорогие друзья, не забываем про то, что все, Василий, от души вам в душу. Пуэртос, Родригес, кумпа-мумпа, как говорится. Приезжайте в Москву. Смотрите, наслаждайтесь. Сибирь, на Алтай. Хорошо, хорошо. Будем знать. Итак, давайте не забывать. Я тут решил. Да, что ты решил? Поэкспериментировать. Давай. И выкидываю не одно большое видео, а сегментами по участнику. Я заметил вчера, ты закинул видео. Возможно, что это видео будет такое же, и ты будешь не в одном видео, а в четырех. Это пипец коллаба, да? Капец пипец просто. Коллаба, да, сумасшедшая. Да. Поэтому, дорогие друзья, конечно же, если вы хотите, чтобы... Что хотите? Стать спонсором сего мероприятия. Пишите, звоните. И даже я сегодня на тыщенку наварился. Нормально. Да, благодаря Мишане. Благодаря Мишане. Он бежал. Да. Но очень жаль, он хорошо держался. Он прям как орехи щелкал. Да, скидки, конечно, никому не будет никакой. Все будет по полной стоимости. Решату по блату. По блату. Что греха таить. Так что... Смотрите, лайкосики, а, сейчас ты будешь мне вопросы задавать. Конечно. Сейчас обратный отсчет. Давай, сейчас проверим Жеку. Ты будешь на свое снимать все? Да. Хочешь на мое снимать? Я тебе скину материал. Чтоб тебе не париться. Давай. Ну что нам сейчас, блядь? Давай. Сниматься. Так и сделаем. Все. Переходите на его канал, посмотрите это видео, где он мне вопросы задает. И смотрите его видосы. Они хорошие видосы у тебя. Очень вкусные. Ну все, ребята, всем пока!